Фальшивые купюры оказались в выручке крупных торговых предприятий и автозаправочных станций города. Фальшивомонетчики настолько набили руку в изготовлении поддельных купюр, что визуально их сложно отличить от настоящих. Они выполнены в хорошем качестве с имитацией всех видимых степеней защиты, таких как водяные знаки, микроперфорация, защитная нить. Проверить подлинность банкнот можно на специальном детекторе с инфракрасным излучением. Рисунок на настоящей купюре под этим светом виден частично, на поддельной – полностью. Также на поддельных купюрах номиналом 5000 рублей, изъятых в Белове, при механическом воздействии осыпается краска серийного номера. Как правило, подделываются купюры крупного номинала – 1000 и 5000 рублей. Фальшивомонетчики научились имитировать и некоторые невидимые взгляду степени защиты, например, световой узор. Еще несколько лет назад его можно было увидеть в ультрафиолетовом свете только на настоящих купюрах. Теперь он присутствует и на поддельных банкнотах. В настоящее время сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России Беловский проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление лиц, причастных к изготовлению и сбыту данных купюр. Сотрудники полиции советуют жителям города, если купюра вызывает сомнения в подлинности, следует немедленно обратиться в дежурную часть.